лет, рост 167 сантиметров, вес 56,3 России по тайскому боксу. Двукратная чемпионка России по ТАДА из Москвы, Россия, Юлия! Ее соперница 8 сантиметров, вес 56,4 килограмма. 4 килограмм. Ее профессиональный рекорд – 3 боя, 3 панка мира по тайскому боксу. Muay Thai World Champion Иона Эдшейн. Собственно, женский поединок. Свое отношение к женским боям, к любым и любого качества женским боям, я не симпатичнее, чем представительница Польши Иоанна Еджейчик, но уж больше с точки зрения данных, в конце концов, Юлия Березикова здесь безусловно. А насколько Иоанна выучена именно по ММА, сейчас мы с вами, собственно, и чемпионка России по грэпплингу, и чемпионка. Юлия очень мощная, 7 побед при 3 поражениях, так что здесь надо в первую очередь еще киевского рефери. Ну, нехорошо, когда российского бойца при наличии. Смотрим, пока поединок развивается никуда не торопясь, формат 2-5. Ну, до этого было несколько интересных действий со стороны Юли, клинч. Ну, сейчас. Но на эти все достаточно психологически устойчивые. Крепкая, но устойчивые. Спине, по крайней мере, отбросить ноги и дальше не дать себя свалить. Она наносила удары все мимо. Как раз чувствовала локтиком. Уже второй или третий раз заканчивается точно. Юля дает перед... удары вот этими ногами. В принципе, пока поединок очень взрослый, очень мужской. Бросить. А видно, что, вы знаете, Дмитрий, Иоанна Еджейчик чистый. Соглашусь, Максим, потому что по тем уходам и по тому, как она действует сейчас, именно защитник. Нет, Юля уже пыталась перевести несколько раз, потому что она там будет Еджейчик. Она как раз, я не думаю, что она уверенно себя чувствует в парте. В очередной раз Юля пропустила лоу-кик. А вот здесь вернула. Если подхватить ее, она и Джичик, эту ногу перевести, опять же. Бросать же, бросать, Юль, бросать. Вот, смотрите, второй или третий раз она пытается вот на скручивание сделать бросок. На шее у представительницы Польши. И летом ее ждет первый бой. Напала. Продолжения не хватило, конечно, комбинации. В графе поражение 0 и ничьи результаты 0. Поэтому не идет, по крайней мере, психология победителя существует. Изюма, прямо скажем. Этой обычной женской жесткости и бескомпромиссности, которая преследует практически все. Жесткие и бескомпромиссно приветствуют здесь. Тинок смотрится. Бой вечера. Не боишься ли ты швейцарца? Сегодня, поэтому на самом деле нет. Вот вы знаете, дорогие друзья, сколько Шамиль этого поединка встретились? Он говорит, я очень хочу быть с ним. Очень хочу быть. Договор не окончен. Ну что, еще? Мы эту тему с ним прославленным бойцом Шамиль Завуру. Характерная для нее функционально очень великолепно себя именно в технике бокса. Она пытается сейчас уже четвертый раз... Виси, просто немножко подвялить руки, что называется. Вот, наконец. Перевела она в парту, а полячка что? Если Юлю не забьют, не удары. Сейчас два гвоздя было. Ну, все вы знаете сейчас. Я на это складываю. А вот сейчас Юля подвязывает все ноги. Сейчас закрепить. Думаю, что сейчас на руки. Что-нибудь полячки. Иоанна отдал. Мне почему-то кажется. Птички сильная. Спортсменка из Польши. Над головой контролирует. Не поднимает, а практически ждет, пока рефер тянет. Тяни плечо, тяни. Если она упадет, выиграешь сразу. Тяни. Ушла. А вот ее она. Максим, она и психологически устойчива. Нет никаких вот этих судорожных движений. В своих возможностях. И потихонечку развивает. То есть мани движений максимально... Справа, посмотрите, как комбинат. Сейчас Иоанна. Сильно попала она с левой руки. Сильно-сильно. Потрачено, да, Юлия Белев. Посмотрите, пробовала она вот это под правую лопатку. Это, кстати, недостаток контроля в том числе. Смотрите, она ей постоянно спину отдает. При том, что она в клинч входит сама. Действительно так. Сейчас представительница Польши сама огрызается и огрызается очень уверенно. Меньше уже. Сейчас на ногу. Да, сейчас на ногу, может быть, получится.
Смотрите, Иоанна как себя чувствует, как победитель. Если судится по ударной технике, с точки зрения ударки, вы знаете, поувереннее была полезней. И, соответственно... А, соответственно, пускай решают. Ну, судью, наверное, нет необходимости. Здесь опытная бригада. Бой это очень ровный. И, кстати, кому отдадут победу, тут еще больше. Я приглашаю в клетку. Защита от Анжелику Багарян. Защита от... Но при этом ударная техника очень неплохая. Конечно, в боксе мне показалась Юля Лоу-кики. Что скажут арбитры? Что скажут арбитры? Итак, дамы, 20-18. Ladies and gentlemen, all three judges are... Еду одержала. And your winner by unanimous decision. Раунда отдали. Да, в двух раундах. И... Березиковой,